Афера с земельными участками у Каспийского моря не прошла. Природоохранная прокуратура вернула в муниципальную собственность 3 участка в Махачкале, незаконно оформленных на частные лица. По данным ведомства, они были поставлены на кадастровый учет и переданы в собственность на основании поддельных постановлений администрации города. Общая стоимость земель площадью около 17 тысяч квадратных метров – более 230 миллионов рублей. Дело рассматривал Ленинский районный суд. Кроме того, по материалам прокурорской проверки, по данным фактам, возбуждены 2 уголовных дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Прокуратурой в Ленинский районный суд города Махачкалы направлены иски о признании права собственности указанных лиц отсутствующим, о договорах купли-продажи земельных участков и свидетельств о государственной регистрации прав на них недействительными. Судом требования прокуратуры удовлетворены. Кроме того, по материалам прокурорской проверки, по данным фактам, возбуждены 2 уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования уголовных дел находится на контроле в прокуратуре.